Елена Север талантлива во многом. Она успела зарекомендовать себя как организатор концерта, автор песен, поп-исполнительница, актриса, организатор благотворительного фонда, верная жена и прекрасная мать. Ее многогранность и целеустремленность вызывают восторг и восхищение. Своими успехами певица во многом обязана любимому мужу. Муж Елены Север помог ей найти правильный путь, подарил веру в собственные силы. Супруг певицы Владимир Киселев является успешным бизнесменом, продюсером и меценатом. Именно он стал основателем знаменитого коллектива «Земляне». Своего будущего мужа Елена Север встретила в 1992 году. На тот момент девушке было всего 19 лет. Елена была участницей танцевального коллектива. Однажды их пригласили выступить в питерском зале «Октябрьский» на фестивале «Белая ночь». Одними из приглашенных участников концерта также была группа «Земляне». Я меньше всех хотел на фестиваль, но, видимо, судьба толкала. Ведь именно тогда, за кулисами, подошел Владимир. Я не представляла, кто он такой, не думала, что могу стать женой артиста. Поделилась женщина о знакомстве с супругом. Владимир и юная Лена столкнулись за кулисами. Они разговорились, нашли много общих тем. Это знакомство для девушки стало решающим не только в личной жизни, но и собственно в карьере. Пообщавшись с музыкантом, Елена решила в корне изменить жизнь, заниматься не экономикой, а творчеством. Между взрослым и опытным Владимиром и молодой начинающей артисткой завязались отношения. Они встречались несколько лет, а потом решили пожениться. На сегодняшний момент ее супругу 69 лет, а Елене Север 48 лет. Разница в возрасте составляет 21 год. Певица и актриса счастлива в браке с мужем уже почти 30 лет. За эти годы ни один из супругов не фигурировал в громких скандалах. Они не дают друг другу поводов для ревности, живут в полной гармонии любви и взаимопонимании. Впервые семья Елены Север пополнилась 21 декабря 1997 года. На свет родился замечательный мальчик Юрий. Еще через 3 года, 11 мая 2000 года, певица во второй раз стала мамой, родив прекрасного малыша Владимира. К слову, для Владимира Киселева брак с Еленой стал вторым по счету. До этого он был женат на женщине Светлане, которая в браке родила ему двоих дочерей. В 1975 году Зоя и в 1978 году Светлану. Получается, что муж певицы – многодетный отец. Воспитанию совместных детей Елена посвятила очень много времени. С детства она прививала мальчикам любовь к искусству. Владимир и Юрий отучились в музыкальной школе по классу игры на фортепиано и флейте. Также они регулярно занимались с преподавателем по вокалу.